Дети, кто шел в изумрудный город? Как девочку звали? Правильно. Мы в город изумрудный идем, дорогой трудной идем, дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных ли желания исполнит мудрый Гульвин, и Эри возвратится с Татошкою домой. А кого Эли встретила по дороге из желтого кирпича первым? Правильно! Соломою своею я думать не умею. Я хотел бы попросить я у Гудвина этого, как его, хотел бы попросить я у Гудвина ума. Мы в город изумрудный идем, дорогой трудной идем, дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин, и Элли возвратится с Татошкою домой. А кого она потом встретила? Правильно! Я рожден железным, я мог бы стать полезным, да только не хватает сердечной теплоты, но только не хватает сердечной теплоты. Мы в город изумрудный. Ну а кого дальше Элли встретила? Какого льва? Трусливого, правильно. Судьба моя нелепа, я выгляжу свирепо, а сам дрожу от страха. Сегодня иду просить о том, я Гудвина, сегодня иду просить о том. Мы в город изумрудный идем, дорогой трудной идем, дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин, и Элли возвратится с Татошкою домой. Спасибо.